Вы знаете, кто я, откуда я? Попадетесь вы, древые. Боевитый во всех смыслах сосед стал лютой головной болью для обитателей Уралмашевской многоэтажки. А участкового, говорят эти обитатели, аж трясет, когда речь заходит об этом человеке, и никто ничего не может с ним сделать. Людям легче переехать, что и сделали уже некоторые. Речь идет о ветеране-вагнеровце Константине, 39 лет от роду, с улицы Донбасской, который несколько месяцев назад, отслужив по контракту, вернулся со специальной военной операции. Но дома он отсутствовал несколько дольше, чем этот контракт длился. Дело в том, что Константин имеет богатейший криминальный опыт. Кстати, вот он, во время разборок в 2021 году, но не в самом лучшем виде, это его, прямо на дороге, избивают два супостата на той же Донбасской улице. В его послужном списке отсидки за разбои, автоугоны, кражи, затяжки телесные, ударил как-то человека ножом, а в свою крайнюю ходку за грабеж он отправился как раз вскоре после этого избиения в 2021. И уже во время этой отсидки записался в ЧВК «Вагнер». С линии фронта на Донбассе, домой на улицу Донбасскую, он вернулся живым-невредимым, но не совсем. Трезвый, говорят, человек человеком вполне милый, но пить ему нельзя. Другой человек появляется. Вот что рассказывают соседи. Цитата с портала Е1. «Если он выпьет водки, у него башню сносит. Он систематически избивает жену, угрожает убить ее, вырезать всю ее семью и отрезать головы. Выломал окна и двери, разрушил всю квартиру. Портит не только личное имущество, но и общее домовое. Бедные соседи по площадке. Одна с детьми уже из-за него съехала, потому что дети его боятся. Писали заявление и в полицию, и в прокуратуру. Наряды на него выезжают регулярно. Участкового от него уже трясет, но каждый раз отказ в возбуждении уголовного дела, потому что на уголовку нет состава преступления». Конец цитаты. Вот так выглядит дверь его квартиры на первом этаже, окна, которые он собственноручно однажды поразбивал. Жена как-то закрылась от него пьяного дома, так он входную дверь всю изуродовал молотком. Сейчас жены за этой дверью нет. От греха подальше, из-за регулярных побоев она с квартиры съехала, а вот полиция уличает ее в том, что она и сама частично виновна, в том, что все сходит с рук ее мужу. Это не статус вагнеровца, как многим кажется, а любимая жена его защищает так качественно. Крепкий тыл и в мирных условиях спасает. Цитата от пресс-группы городского ОМВД. «Данный гражданин неоднократно привлекался сотрудниками территориального УВД к административной ответственности за мелкое хулиганство. При этом его супруга заявляет, что претензий к нему не имеет. Служба участковых уполномоченных проведет дополнительную профилактическую работу по этому адресу». Конец всех цитат.